Доступные смарт-часы с мониторингом сна, будильником и режимом для тренировок. В этом видео распакуем часы SmartEra FitMaster Aura Pro. Комплект поставки стандартный. Сами часы, зарядное устройство, пользовательская инструкция и гарантийный талон. Корпус часов сделан из сплава алюминия и защищен от влаги и пыли. Можно нырять на глубину до 1 метра, не снимая их с руки. Ремешок здесь из гипоаллергенного силикона. Весят часы в совокупности всего 51 грамм. С обратной стороны циферблатного блока вынесены контакты для зарядки. У этих часов довольно большой экран, на котором отображается время, количество пройденных шагов, пульс и уровень зарядки часов. Дисплей построен на базе матрицы IPS и обладает диагональю 1,39 дюймов. Разрешение составляет 240 на 240 точек. Итак, на что способны эти часы? Здесь есть шагомер, счетчик потраченных калорий, поддерживается измерение уровня кислорода в крови, мониторинг сердечного ритма и расчет артериального давления. Также есть режим тренировки. В числе интересных опций здесь предусмотрен мониторинг сна и физической активности, умный будильник, а еще возможна настройка вывода оповещений о входящих вызовах и сообщениях, которые поступили на телефон. Также с помощью часов можно управлять фотокамерой телефона. Для сопряжения со смартфонами на базе операционных систем Android и iOS в часах установлен модуль Bluetooth. Время автономной работы достигает 8 дней при средней активности. Если же будете часто мониторить пульс и потраченные калории, зарядки хватит на 4 дня. Что в итоге? SmartEra FitMaster Aura Pro – это бюджетные часы, которые показывают все необходимые физические и биологические показатели, и даже чуть больше. Здесь есть будильник, функция мониторинга сна и другие полезные функции.